Привет, моделисты и моделистки AK, город Цинциннати, штат Огайо. И у нас ремонт сегодня, микроремонт. Я делал немножко таких, но они видео не очень на любителя, так что, ребят, для любителей. Значит, что произошло? Я уже когда делал обзорчик, сейчас внимательно смотрите, все очень микроскопическое, нужно следить, значит, за движениями, потому что я смотрю на камеру теперь, что я делаю. Так, вот эта лесенка, оригинальный, здесь такой, ну, отвод, что ли, и его в реальной жизни, наверное, приваривают. Смотрите, я вот поднимаю, видите, там серое, вот здесь серое, это уже пошла пластмасска, потому что что случилось, это как здесь я здесь делаю investigation, да, я расследую прям как, что случилось. Истории-то у меня никакой нету, как. Но могу вам сказать, для примера, да, я думаю, заинтересует многих, как они собирают. По-моему, на Rapido, только видео, по-моему, с Rapido, может быть, Atom немножко, но Rapido своя фабричка в Китае. И сидит человечек, и у него там несколько, я не помню сколько, но несколько стоит вагонов, примерно. И он берет какой-то маленький такой дозатором, пипеточкой, раз, два, три, четыре, пять, и пошел. То есть он так раз, два, три, четыре, пять, и пошел их на место вставлять. Вот такого плана. Сейчас я вам покажу, как я ремонтирую. Так вот, что случилось, я думаю, что с первого захода она не зашла. Плюс такой перекос пошел. Да, и вот то, что я выковырял, это был половина клея. Теперь делаем так. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Помните, какая-то ГДРовская при совдепии была программка классная, спортивная, типа для детей. Вот. Здесь уже что можно сделать? Можно выровнять, поставить на несколько часов. К примеру, взять сюда, воткнуть и противовес поставить, рычаг такой. Но я уже прицелился и, к примеру, я нафантазировал себе, что эта подножка просто влетела что-то в нее, и она чуть погнулась. Все. Вот с такой мыслью. Потом, значит, что? На заводике, я так думаю, когда они все это делают, потом идет покраска отдельная вот этого всего. Потому что такое впечатление, что это не очень качественная покраска, но, по-моему, кисточкой, без особенных каких-то заморочек. Так, что вам нужно, чтобы отремонтировать? Я вам покажу, как я делаю. Вы, ребят, делайте, как вы считаете нужным. Такой скальпель. Экзакто. Желательно острый. И чтобы на нем не было никаких... Обычно у меня для клея. Я его очищаю постоянно. Но он чистый достаточно. И вот такой. Опять-таки, что у вас есть, наверное, то, что вам использовать, наверное, под руку. Хорошо. Профессиональный ликвид. Суперглю. CA. CA. Есть название для этого. Какая-то химическая штука. Так он... Здесь называется CA, суперглю, глю. Так, значит, что она уже практически стоит на месте, эта штука. Теперь мне главное, что я делаю, сейчас я покажу вам. Чтобы у вас тоже небольшая тряпочка была, чтобы вот этот вот носик вы смогли быстро очистить. Значит, что я делаю? Я аккуратненько, я здесь делать не буду рядом, нет, я уйду. Просто я прям на кончик сюда ставлю сколько нужно. Этот сей должен быть очень свежий. Тогда он затекает хорошо. Но я это не делаю прям у этой, у детальки. Я вам сейчас покажу, сколько я взял. Приблизительно вот так. Быстро обтираю носик. Пока еще не... Можно закрыть, да? Чуть-чуть дать какую-то секунду. И на этой стороне я вот так вот обмазочку сделаю снизу.
Вот так. И чуть-чуть придержу. Все. Потом я могу еще чуть-чуть капельку добавить, так вот, чтобы растеклось. И после этого мне еще вот эту grab rail, вот эту вот рядышком, надо сделать, но это уже практически микроскопически, мне нужно с очками увеличительными. И потом вот это все закрашивается черной краской, просто такой небольшой тач, чик-чик, и все. И после этого, опять-таки, можно, если уж совсем, можно сделать такой рычажок на какое-то время, на час, на два, на три, посмотря, как она выпрямится. Она может уйти обратно. Но это очень интересная пластмасса у них. Здесь типа полистирола все-таки. Она может ломаться. Оп. То есть здесь нужно глаз да глаз. Практически, когда новый сей, и все, это уже встало. Хуха! Вот такие дела. Спасибо, ребят, за поддержку канала. Увидимся скоро. Куча всяких обзоров и всяких классных вещей. Успехов! Давай!